все, что должно было отсоревноваться, уже отсоревновалось. Напоминаю, что абсолютной чемпионкой Корбей Эссона 2010 стала Дарья Кондакова, что она же выиграла 3 из 4 финалов в отдельных видах, а вот как раз-таки тот, который не выиграла она, выиграла Сильвия Митева, болгарская гимнастка. Ее черед выступать в этих показательных номерах. Вот так выглядят на теплых тропических островах гаишники. У них весьма позитивная, радостная форма и очень изящный жезл. Они так артистично регулируют движение, что хочется остаться.